Всем большой привет, меня зовут Татьяна, вы на канале Равента Хендмейд, и я вам, как и обещала, анонсирую новый вязальный марафон. Он начнется уже завтра, 26 августа, не пропустите, будет запись. Это марафон Yarn for Fun, этот новый сезон, так скажем, посвящен только крючку, то есть только для тех, кто вяжет крючком. Я, конечно же, оставляю ссылочку на профиль под моим видео, вы сможете пройти, посмотреть, что сейчас уже, какая имеется полезная информация. Здесь уже есть такие призывающие, очень эмоциональные тексты, которые вас завлекут, и вы захотите поучаствовать. Здесь есть правила небольшие о том, каким образом будет происходить запись. Я хочу уточнить, что количество желающих, конечно же, ограничено, и мы будем записывать всего лишь 300 человек в участники. Также будет несколько этапов, в которых вы будете вязать какие-то вещи. Внимательно прочитайте, некоторые этапы оцениваются, некоторые нет. Каким образом будет происходить финал? И уже можно посмотреть, кто же будут кураторы и судьи этого марафона. Здесь очень много классных девочек, участниц различных марафонов, финалистов. И, конечно же, Ирина, организатор, которая всеми нами руководит и делает вот эту вот невозможную работу. Итак, завтра, 26 числа, отслеживайте в профиле Instagram время, когда начнется запись. И приглашаю вас к участию. Я буду с вами как куратор и как судья. Думаю, что это будет очень интересный и классный марафон. Так что до встречи и увидимся. Пока-пока.